Здравия, дорогие друзья! Сегодня мы играем в Warrior Cats Edition, United Edition. И сегодня я хочу рассмотреть, что добавили летом. Да, простите, что я не заглядывал сюда в начале лета. Поэтому сейчас мы посмотрим. Вчера я кое-что купила и хочу показать, что. Так, это моя кошечка. По сути, ничего и не добавили. То есть обновления, по сути, и не было толковым. Поэтому, единственное, добавили две донатные вещи. Первое. Это светлячки. Ну, вот из, сейчас скажу, какие. Это лето, я понимаю, типа такого. Сейчас скажу. Смотрите. Из донатных добавили вот геймпассы, 420 геймпассов. Очень дорогое удовольствие, я его точно не смогла бы купить. Просто 5-5-5 роблоксов. И тут светлячки, листья, я не понимаю. Наушники, божья коровка, браслеты из драгоценных камней. Манжета бабочки, звездочка. Не понимаю вообще, кто ее будет покупать. Может быть, я, если задоначу вообще. Ну и... И еще одну вещь, которую я купила за 90 роблоксов. Вот советую ее, потому что она недорогая. Там 4 вещи тоже. То есть это вот, так, вот такие красивые гвоздика зеленая. Вот такая розочки. И фиолетовые цветы. Кстати, добавили, если не ошибаюсь, вот такие цветы. Это именно добавили. И если не ошибаюсь, веточка... Сейчас, подождите. И как Дасти говорила, добавили еще веточку, я понимаю. Ну, сейчас скажу. Я понимаю, веточку одиночный цветочек обновили. И гладкий, я понимаю, тоже обновили. Кстати, лепестки вообще не обновили. Ну, смотрите. Так. А вроде и ничего и не добавили. Ну, кроме вот этих всех приколю. Да, это еще это с того. Так, ну, теперь смотрим еще одну вещь за донат. Тоже за 90 роблоксов. Так, это... Кстати, я понимаю, из-за чего оно такое дорогое, потому что вот это вот... Фиговина, это как раз-таки есть вот эти вот штучки. И да, еще добавили на лето вот такие красивые штуки. Это очень красиво. Я понимаю уже, кому это можно прикрепить, но мне это не надо сейчас. Тут обкручивания разные. Это у меня есть свои обкручивания. Хе-хе. Так. Так, и хочется еще кое-что вам показать, что добавили. Сразу говорю насчет вот этого пароля, он, ну, код, он больше не действует, наверное. И да, вот такой красивый я купила, тоже неплохой, как по мне. Ну вот, я понимаю, и все. То есть это из Нового года подарок был. Да, то есть больше ничего такого не добавляли. Есть, конечно, предположение, что есть радужный ошейник. Хочется проверить. Но не думаю, что он есть. Кыш. Это обычная бандана, поэтому тут... Опа-на! Вот, вот, вот что добавили. Полосатый воротничок и... О май гад, вот такой ошейник. Очень красиво, неплохо. Не просто ошейник, а вот такой ошейник. Неплохо. Неплохо, как по мне. Ну что ж, давайте... Думаю, ничего больше и не добавляли, поэтому... Давайте прощаться, дорогие друзья. Всем спасибо. Всем удачи. Всем пока. Спасибо за просмотр.